эфире служба новостей «Саров-24» в студии Екатерина Опянова. Здравствуйте. Смотрите сегодня в выпуске. Что будет с банями Сарова? Судьбу муниципального унитарного предприятия обсудили депутаты городской думы. О росте заболеваемости COVID-19 и вакцинации подростков Михаил Мишустин провел заседание по борьбе с коронавирусом. 15 октября стартует всероссийская перепись населения. Как принять в ней участие? Далее расскажем обо всем подробно. О социальной поддержке граждан, росте инфляции и малом бизнесе Владимир Путин обратился к депутатам Государственной Думы нового созыва. Подробности в следующем репортаже. Главный враг для стабильного развития и демографического будущего – низкие доходы граждан. Об этом Владимир Путин заявил во время встречи с депутатами Госдумы нового созыва, которая прошла в Кремле. В ближайшие годы нам необходимо сформировать целостную систему поддержки семей с детьми. Начиная с того момента, когда будущая мама еще только ждет появления малыша и вплоть до окончания ребенком школы. Вы знаете, мы эту программу, вот эту систему начали формировать. Действуем поэтапно, постепенно, обеспечивая каждый шаг возможностями безусловного финансирования. По словам президента, в этом году инфляция превысит прогнозный уровень в 5,8%, что сильно ударит по наименее обеспеченным группам населения. Социальные выплаты, которые финансируются из федерального бюджета, в 2022 году должны быть проиндексированы по фактической инфляции, заявил он. Отдельно глава государства сделал акцент на материнском капитале. Сейчас в соответствии с законом только материнский капитал индексируется по прогнозной инфляции. Предлагаю уже с 2022 года также перейти на индексацию материнского капитала не по прогнозной, а по фактической инфляции за предыдущий год. Кроме того, глава государства поручил в течение месяца представить дополнительные предложения по мерам социальной поддержки граждан. Он также отметил, что особое внимание депутаты должны уделять решению острых проблем в сферах здравоохранения, образования, жилья и экологии. Кроме того, Владимир Путин призвал народных избранников снять барьеры для малого бизнеса. Конечно, базовая задача – это повышение доходов граждан, создание рабочих мест во всех регионах страны. Дальнейший рост экономики, изменение ее структуры, поддержка высокотехнологичных отраслей, снятие барьеров, все еще ограничивающих развитие малого бизнеса, чтобы люди имели как можно больше возможностей для повышения благополучия и благосостояния своих семей. Также Владимир Путин напомнил, что депутаты должны постоянно поддерживать обратную связь со своими избирателями, знать, что их волнует, с какими проблемами они сталкиваются, и обязательно приходить на помощь. Для людей, для ваших избирателей, вы прежде всего народные избранники. Не забывайте об этом. И люди могут и будут обращаться к вам с самыми разными вопросами, даже, может быть, не входящими в вашу компетенцию, но они надеются на вас и помнят о том, что пришли и проголосовали за вас. Напомним, выборы в Государственную Думу состоялись в сентябре. Всего в парламент прошли 8 партий. 5 по спискам – «Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия за правду», ЛДПР, «Новые люди» и 3 по округам – «Родина», «Партия роста» и «Гражданская платформа». Также в Думу избрались 5 самовыдвиженцев. 48,5. Текущее состояние и перспективы развития МУП «Бани Сарова», а также развитие паломническо-туристического кластера «Арзамас Дивеево-Саров» депутаты обсудили на очередном заседании Комитета по экономике, промышленности и развитию предпринимательства. Подробности далее. В 2018 году были закрыты бани Заречные. Нужно ли возобновлять их работу? С таким вопросом народные избранники обратились к жителям города. Опрос провели в онлайн-формате. Против проголосовало только 16%. Больше половины опрошенных считают, что бани открыть нужно, но при условии капремонта. Однако ремонт здания обойдется в несколько десятков миллионов рублей, а таких средств в бюджете предприятия нет. По моему мнению, открытие бань Заречные, я считаю, нецелесообразным. Рассмотрение вопроса о необходимости восстановления бань возможно лишь после приведения в нормальное состояние помещений и оборудования, в первую очередь в банях паровых, ну и затем уже в центральных. Ирина Назарова представила депутатам финансово-экономическую модель развития предприятия. По прогнозам, убыточный вариант развития ждет при условии открытия бань Заречных. Второй сценарий с функционированием двух бань обещает положительный финансовый результат. Еще одним вопросом, поднятым на заседании, была целесообразность изменения организационно-правовой формы предприятия. Передать городскую казну. У нас есть на это право, и можем мы решением Думы, кстати, посодействовать этому направлению, и уже в рамках городского, в рамках, когда это здание будет в казне городской, помочь
отремонтировать это здание? Этот вопрос вынесли на ближайшее заседание городской думы. Также народные избранники обсудили реализацию паломническо-туристического кластера Арзамас-Дивеево-Саров. Строительство объездной дороги по улице Ключевая исключили из перечня мероприятий. Вместо нее работы проведут на улице Академика Негина. Там реализуются объекты и социального назначения. И вот этот район у нас разделяет практически такая, больше похожая на какой-то большак, по которому люди пешком ходят, просека такая, как угодно ее называй, но там нужна эта дорога, и мы настойчиво искали способы ее реализовать и обеспечить финансирование. Вроде это наше предложение принято, тем более проект готов к реализации. Новая дорога появится и у детской поликлиники по улице Чапаева. Также уже готов проект по благоустройству ближней и дальней пустынки. Финансирование подтверждено. В начале ноября россиян ждут длинные выходные, напомнили в пресс-службе Роструда. Из-за празднования 4 ноября Дня народного единства рабочая неделя будет трехдневной, а выходные с субботы 2 января перенесут на пятницу 5 ноября. Таким образом, в первую ноябрьскую неделю рабочими будут дни с 1 по 3 ноября, а выходными с 4 по 7. Другая важная информация в подборке коротких новостей. С 3 по 5 ноября в лагере «Березка» пройдет молодежный форум «Время выбрало нас». В рамках форума состоится традиционный конкурс «Саров молодежь». Его цель – поддержка проектов, которые направлены на развитие молодежной политики в нашем городе. Лучшие инициативы получат методическую, организационную и информационную поддержку для практической реализации. Подробнее об участии в форуме можно узнать в группе «Саров молодежь» ВКонтакте. Дети, подростки и их родители могут получить экстренную психологическую помощь по телефону доверия 8 800 2122. Помощь оказывают квалифицированные психологи и психологи-консультанты, которые прошли специальную подготовку. За 11 лет работы специалисты детского телефона доверия приняли около 11 миллионов обращений. В Нижнем Новгороде прошел открытый ринг на призы клуба «Полет», посвященный Дню Учителя. Наш город на турнире представляли два юных боксера – Рамазан Султанов и Максим Филиппов. По итогам соревнований саровчане заняли первые места. Более миллиона больных COVID-19 и 2,5 миллиона контактных под наблюдением. Премьер-министр Михаил Мишустин провел заседание по борьбе с коронавирусом. Подробности в следующем репортаже. Ситуация с распространением COVID-19 остается сложной, рассказал премьер-министр Михаил Мишустин на заседании по борьбе с коронавирусом. Он отметил, что хотя система здравоохранения находится в полной готовности, самым надежным способом защитить себя и окружающих остается вакцинация. Созданы все необходимые условия, чтобы у наших граждан не возникало никаких трудностей сделать прививку. Уже 43 миллиона человек полностью вакцинировались. Это почти треть всего населения страны. Под наблюдением медиков находится 1 миллион 94 тысячи пациентов с COVID-19. Об этом на заседании рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко. По его словам, рост за последнюю неделю составил 16%. Болеют преимущественно граждане старшего возраста, но стало больше и молодых пациентов. Хочу отметить, что основной особенностью текущего подъема является быстрый рост. Прирост числа заболевших и также большое количество пациентов, у которых развивается фактически молниеносное течение коронавирусной инфекции буквально в течение 2-3 дней, требующих реанимационной поддержки. Сейчас в стране развернуты 255 тысяч коек, 235 тысяч из них заняты. Среди госпитализированных растет число тяжелых больных – 11% от общего числа. Почти все из них не прошли вакцинацию. Среди привитых заболевают COVID-19 примерно 2%. Помимо прямого влияния COVID-19 на медико-демографические показатели, мы видим и отсроченные осложнения, негативные эффекты при проведении углубленной диспансеризации. Доктора констатируют, что это и тяжелые поражения у пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию, сердца, легких, эндокринной системы. Мурашко отметил, что особенностью четвертой волны стал рост заболеваемости среди детей от 6 до 17 лет. Это 12-13% от общего числа. Также министр здравоохранения рассказал о вакцинации несовершеннолетних. К нам поступает большое количество запросов на вакцину для детского населения. Хочу уведомить, что она находится на финальной стадии экспертизы. Ждем заключения. Думаю, что в течение ближайших 2 недель мы получим ответ от экспертной организации по использованию вакцины для детского населения. Главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова сообщила, что в стране усилен контроль за тем, как граждане соблюдают масочный режим. В 64 субъектах ввели QR-коды для посещения мероприятий. В 38 обязательно.
обязательную вакцинацию. Полностью закрыты 605 школ в 25 субъектах и 117 дошкольных учреждений в 22 субъектах. Работодатели должны перевести сотрудников в возрасте 65 лет и старше на дистанционную работу в приоритетном порядке. Об этом напомнил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Также он отметил, что в регионе продолжает действовать рекомендация гражданам старше 65 соблюдать режим самоизоляции. КБ номер 50 проводит очередную выездную вакцинацию против гриппа. Мобильная бригада поликлиники номер 1 будет находиться 14 октября с 10 до 12 часов на территории перед магазином «Пятерочка» по проспекту Ленина, с 14 до 16 рядом с ТЦ «Плаза» по улице Московской. С собой необходимо взять паспорт и полис ОМС. Все ли готово к переписи, в каком формате она будет проходить в этом году и как саровчане смогут принять в ней участие? Эти и другие вопросы обсудили на Межведомственной комиссии по проведению всероссийской переписи населения. Подробности в следующем репортаже. Всероссийская перепись населения стартует с 15 октября и продлится в течение месяца. Переписчика легко узнать по экипировке. Он будет в голубом жилете с логотипом переписи, шарфом сине-красной расцветки и нагрудным удостоверением. Принять участие в переписи саровчане смогут тремя способами. Самый безопасный из них в период пандемии – через портал госуслуг. Он может переписать один член проживающего в этом помещении, всех проживающих с ним на портале. То есть он может один переписать всех, кто с ним живет. И эта информация автоматически поступать будет к переписчику. Там будет такой значок, он его активирует, и вся информация к нему сливается. Перепись на портале госуслуги будет проходить до 8 ноября. Второй способ – пообщаться с переписчиками. По адресам они начнут ходить с 18 октября. А до этого на протяжении 3 дней будут проходить обучение. Также саровчане смогут прийти на переписной участок. Они будут работать с 15 октября с 10 утра до 8 вечера. Если вдруг кто-то хочет переписаться на участке, то он может зайти. То есть домой не хочет пускать, дома не хочет переписываться, может прийти на участок. И на участке его перепишут, независимо от того, где он живет. В любой участок он может зайти и переписаться. Планшет безадресный, и вся эта информация поступает в Росстат, а потом попадает на планшет переписчика. Если саровчанин пройдет перепись на стационарном участке или на портале госуслуг, и к нему придет переписчик, то ему нужно будет сообщить полученный идентификационный код. С 1 октября по 31 декабря в России проходит осенний призыв. За эту кампанию ряды вооруженных сил пополнит около 30 саровчан. Призывников распределят по Западному военному округу. Подробности далее. На входе в военный комиссариат молодые призывники сразу же проходят регистрацию. Здесь же им измеряют температуру и обрабатывают руки антисептиком. На осеннем призыве строго соблюдать все меры безопасности. Личный состав военного комиссариата уже прошел вакцинацию. В этот раз за осенний призыв прошла 4-я по счету комиссия. Сначала происходит изучение. То есть до начала призывной кампании проходит изучение призывника. Значит, потом рассматривается по всем сторонам. И профотбор, значит, и состояние здоровья, и семейное положение призывника. На заседании призывной комиссии молодому человеку выносят вердикт, годен он или не годен для военной службы. Перед распределением и отправкой по местам призывники сдают тест на коронавирус и наркотики. Вакцинация также обязательна. Положительной тенденцией в последние годы стало то, что так называемых уклонистов от армии становится все меньше. Сейчас граждане имеют желание служить, раз. И второе, по состоянию здоровья я хочу сказать, что годных получается процент. Если брать, значит, 10 лет тому назад, то процентов на 30-40 годных уже у нас стало побольше. В армию молодые люди идут на 12 месяцев. Также этот год можно заменить службой по контракту. Многие призывники остаются и дальше служить в вооруженных силах нашей страны. Помимо меня в семье еще два брата есть. Один уже служит в Нижегородской области и старший на подходе. Ну, я тоже, соответственно, с ним вот в этот призыв попал. Проходим вот сейчас обследование, и по результатам которого уже будет ясно, да, готовы мы или нет. Осенний призыв проходит с 1 октября по 31 декабря. За эту кампанию ряды вооруженных сил пополнит около 30 саровчан. Призывники будут распределены по Западному военному округу, Подмосковье, Калининград, Ленинградская область, Санкт-Петербург. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала 16, в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук, Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы в удобное для вас время. В студии работала Екатерина Апенова. Всего вам доброго и хороших вам новостей.